Третий сюжет, блядь, как он правильно? Вот была у нас город, да? Апартаменты. Вот третья мы еще, блин. Третий сюжет. Да. А и третья концовка. Judging by the things on the table, a man worked here. Code. Vladimir is a login and his last name is a password. Maybe his relatives were too. So I'll find out his last name. О, камон! Серьезно? А фризить-то не обязательно. Опять еще жив. Откуда взялись? Наверное, вышли с того, сверху. What the fuck? Seriously? What the hell? Ноги ломай нахуй. О, защищай. Ноги, ноги. Я знаю, что не сюда, но нет. И вогнула, багнула. Так как. Прав, нахуй. Так, у тебя много есть? Там просто сленка нет.
ты его взялся. Блядь, как тут все классно сделано, блядь. Маленький ключ куда угодно может. Может там внизу. Да. Можно спросить, как ты здесь попал? Череп. Так. Здравствуйте! Я как представитель Сталина. Пришел, блядь, в вашу клинику. Несколько нарушений у вас. Что-то.
Здрасте. Как ваш? Можно? О, блядь, кто-то тут уже нахуярил. Посмотри, он ноги натрясет. Кто это? О, блядь! Монстр. О, what the fuck? Монстр легкий, он написал, блядь. Железу, блядь, из. Написано прохождение. Играем драться. Монстр легкий. Аптечками за. Я это точно. Возьми хотя бы три.
Здравствуйте. Здрасте, я сказал. Какие-то недружелюбные. Вы уже здесь, нихуя. Так. Монстр лёй. Че за дела? Че за балет, блядь? Ты-то откуда взялся? А, ну все, я не смогу там залутаться. Так, хватит. Сразу. There was a hole in the wall on the first floor, and something glowed. Макаром. Кто на пистолету? Thank you.
Бля, ну куда тут дел? Господи, какое говно это. А, нет! Господи, сколько у него патронов. С Покарычем убил, блядь. Пиздец просто. Да, остался. Его, блядь, с корнями выхуй, блядь. Его вставил как-то. А будто бы заменил.
Надо заправку списать. Пять штук за раунд не найдешь. Тупи его. Ноль, значит. Так можно за одну голову убить. Сейчас 25. Максимум 10, наверное, надо. О, пью гвоздик. А, зашел? Сейф комната, блядь, тебе нельзя сюда заходить. Выстрелить пару раз, но я выстрелил.
Может, не... А, может... Пару раз, это два раза всего. Это с щитком. Так мне кажется, эта глава будет какая-то скучная. Я так красиво сделал. You again? What are you snooping around? Me? I'm trying to figure out what the hell you did to me and what's going on here. I have to close the gate to stop the virus from spreading across the city. What's the point if the whole city is already infected? You don't understand what we're inventing and working on here. It can't be let out. We are all infected and cannot leave the city. I'm offering you a deal. You will get a flash drive with information about tests and the virus. It is on the B4 floor. And I will help you with the antivirus and to get out of the city, okay? Okay, we have a deal. By the way, what's your name? Does my name make any difference?
Take this radio and contact me when you get everything. I'll be waiting for you on the B2 floor. Ёб твою мать, что ты сделал нам? Макс, видно. Сейчас выглядит. А потом пригодится. Так. Я тебя знаю, я знаю, кто ты. Байков не... Знаем тебя. Я вообще все. Орёшь, блядь. Орёт он, блядь. Я, блядь. Что ты там договорился? С кем ты нам? Витя, блядь. Чувак, блядь. Хули надо, как? Шика, блядь. Сука.